you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Magic Replay, первый сервер. Мне Кирилл Путбуль, и сегодня буду покупать бизнес-чуки, просто последние бабки отдаю. Кто я в долг взял? И посмотрите, кто возле меня стоит. Вот, посмотрите, вот кто это такой? Вот думаю, вы знаете, кто это такой, кто на первом сервере играет, вы знаете, кто это такой, Виталий Шарапа. Да ну нахуй! Это гай первого сервера. Жесть, конечно. Друг Вин в казике поделился. Лол. Так, я сейчас покупаю просто за последние бабки покупаю. Просто смотрите, вот, вот мой банк, вот мой счет, вот мой банк, смотрите. Вот, 215 тысяч у меня остается, и вот я бизнес покупаю, и все. За 25 миллионов. Ты что, дурак, блядь? Просто вы это видите? Это просто жесть. Кидайн какая. Я, чувак, блин, позычил себе на бизнес. У меня было 20 миллионов, я позычил 2 миллиона. 25 миллионов. Все, я купил бизнес. Ара! Ёб твою мать, ара, ты чё? Ара! Ёб твою мать, ара, ты чё? Давайте ставим. Все, я купил себе спортзал. Возле ДПС, кстати. Хуета бис. Конечно, конечно. Вы что, ебанутые, что ли? Смеется. Конечно, безголимый, конечно. Посмотрим. Поживем, посмотрим. Так, давайте посмотрим. Гуси, мяс. Вот финка за сегодня. Оплачен он на 27 дней. Так. 230, так, ну финка, кстати, такая себе. Ну, в принципе, я ее видел и до этого, как бы, эту финку, поэтому все нормально. Поэтому все замечательно. Я все отдал на бизнес. Я все отдал на бизнес, как бы. Поэтому все нормально. Будете теперь, может, приходить, короче, в спортзал. Возле ДПС, в юшке. Находится спортзал, если что. Вот этот спортзал. Прям возле ДПС находится. Можете приходить, в принципе. Я остался тупо без денег. Это жесть просто. Я просто дал последние деньги за бизнес. Это реально рискованно, блин. Это реально рискованно. Отдать последние бабки все за бизнес. Кстати, у него, по-моему... Сейчас. У него гос... 10 миллионов. Моего был бизнеса вот 7 миллионов, по-моему, потырило. Посоветую тачку за 200 тысяч. 21.14. 21.14, разве что. Поэтому все нормально, в принципе. Вот я купил бизнес. Просто жесть. Я купил за последние бабки бизнес. Я с кейсом не ходил нихуя. Да я и без него всегда хожу, как бы, смысл, блядь, с кейсом ходить. Это бред, на самом деле. 25 лямов я отдал за бизнес, а Чок, по-моему, брал его за 40 лямов, если я не ошибаюсь, да. Вроде бы за 40 миллионов он его брал. Поэтому как-то так. Как-то так. Вот, чуваки подходят здороваться. Подходят здороваться, чуваки. Или опять варн? Да нет. Я просто еще не вернулся. Не вернулся к вам. Вот бизнес купил. Вот бизнес купил. Вон я бизнес купил, короче. Назад идешь к нам? Может приду. Может приду. Не знаю насчет ДПС, кстати, блин. Идти мне назад или нет, я хз. Я на самом деле хз. Что за 3-4? Лол. Просто начинается пиздилка прям возле спортзала, ёпта. Кстати, по GPS, как он находится, где? Это по GPS 46-й бизнес. GPS, ну, по-моему, GPS так работает только.
развлечения и... Вот, так, нет, сейчас. Блин, как он работал там, я не помню. Честно говоря. Ладно, пока, Киря. Удачи. Удачи. Поздравляю, спасибо. Спасибо большое, я купил свой... Ну, как свой бизнес, новый бизнес, как бы. Все-таки я не купил спортзал своего Батырева, хотя его можно было купить дешевле, чем этот. Но я думаю, этот будет поприбыльнее. Киря, я предлагаю тебе встать на семерку. На семерку куда? Куда на семерку? Ой, что-то я цифрами немного переборщил, да? 78. Куда мне на семерку встать, ёпта? ЖБ. Киря, пиздим её. Зачем? Да, я снимаю, в принципе. Продам игрушки, ла-ла-ла. Ну, короче, думаю, поняли то, что я потратил последние бабки на бизнес. И все, купил себе бизнес. Не знаю, что с этого получится, будет идти прибыль или нет, но... Поживем, увидим. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сей ради, ждите новых серий. Всем пока-пока. From the north.